19-й день изобилия. Один индийский мудрец сказал своим ученикам: «Жизнь – это любовь, и любовь – это жизнь». Жизнь появляется как результат любви. Желание, иными словами, это любовь к себе. Знание – это любовь к правде. В какой бы форме ни проявлялись наши мысли и поступки, в корне всего всегда лежит любовь. Любовь к себе и ко всему, что мое. Эта любовь к себе может быть маленькой и даже примитивной, или же она может объять весь мир. Но тем не менее, все это любовь. Любовь – это самая могущая сила Вселенной. Любовь нас лечит, любовь нас вдохновляет, любовь ведет нас к своему высшему Я. Любовь – это вечный и неисчерпаемый подарок для нас. И когда мы любим, мы находим себя. Как искра огня может зажечь целый лес, так и искра любви может пробудить в нас необъятную и неисчерпаемую силу любви, как на земле, так и в мире духа. Когда мы любим, мы испытываем изобилие. Вы можете любить себя, свою семью, своих друзей и близких, своих соседей, коллег по работе. И при этом у вас не заканчивается любовь. Вы любите безгранично, потому что в душе вы и есть любовь. В Древней Индии экстаз любви был назван специальным словом «ананда», что значит «блаженная осознанность». Древние индусы верили, что все люди должны испытывать это чувство ананда, потому что это наш врожденный дар. Когда мы любим, мы осознаем правду нашей души. Вспомните мантру, которую мы повторяли в течение нашего марафона. Сат чит ананда, что значит существование, осознанность, блаженство. Когда вы любите, вы притягиваете к себе все хорошее. Поэтому для того, чтобы испытывать настоящее изобилие, все, что необходимо вам делать, это просто любить. Это ваше врожденное право. Это правда вашей души. Так вас создал Всевышний. Так живите же в любви. Подарите комплимент или просто доброе слово кому-нибудь. Знайте, что самый лучший подарок, который вы можете подарить другому, это ваша любовь. Сделайте огромный вдох и большой выдох. Вы можете закрыть глаза, если вы уже их не закрыли. И еще раз почувствуйте блаженство вашего дыхания. Большой вдох. Наполните легкие воздухом. И на выдохе расслабьте плечи, шею, лицо. Расслабьте низ живота и расслабьте все свое тело. Дышите глубже. Дышите свободнее. Дышите с радостью. Сегодняшняя мысль дня. Сегодня я помню, что я люблю всех и вся. Сегодня я помню, что я люблю всех и вся. И мантра дня. Санскрит мантра дня. Сат чит ананда. Что значит существование, осознанность, блаженство. Сат
Чит Ананда. Отпустите все свои мысли. Сат Чит Ананда. Thank you.
вернитесь в свое тело, сделайте глубокий вдох и глубокий выдох. Расслабьте плечи, пошевелите плечами, руками, ногами. Покрутите головой, еще раз огромный вдох и большой выдох. Отпустите сегодняшнюю мантру дня и напоминайте себе в течение дня аффирмацию дня. Сегодня я помню, что я люблю всех и вся. Вдохните правду этих слов в свою душу, в свое сердце. Спасибо. Намасте.